машина. Машина! В этой ситуации на видеозаписи как должен был действовать водитель справа? Ну, смотрите, данное транспортное средство, движущееся по правой полосе разгона и включив левый указатель поворот, начинает перестраиваться на соседнюю полосу. При этом должен уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся в попутном направлении без изменения траектории движения. Как мы видим на данном видео, водитель начинает перестраиваться, при этом создает помеху движущемуся транспортному средству слева, которое не изменяет направление движения, тем самым создает ему угрозу и препятствия на его полосе. В результате чего водитель во избежание с ним столкновения выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством. В результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие. Согласно предоставленной видеозаписи, мы видим, что транспортное средство, движущееся с правой стороны по полосе разгона с включенным левым указателем поворота, выезжает на полосу соседнюю слева и с тем самым создает транспортному средству помеху дорожного движения, хотя должен уступить ему дорогу. В результате чего водитель, который осуществляет движение по левой полосе, во избежание столкновения с транспортным средством, которое осуществляет смещение на левую полосу движения, вынужден был совершить выезд на полосу встречного движения, где происходит столкновение с автобусом. То есть заканчивается полоса разгона. Так, и в это время, получается, перед ним с правой стороны выезжает данное транспортное средство. То есть он, когда обнаружил, то есть у него, возможно, водитель сработал инстинкт самосохранения, он интуитивно выезжает на полосу встречного движения во избежание столкновения данным автомобилем, не предвидя то обстоятельство, что по встречной полосе может движется транспортное средство. В результате этого и произошло столкновение с транспортным средством. Ну, вот это идет. Вы момент удара почувствовали? Нет, конечно. Почувствовали? Откуда? Была бы вмятин. Но... Если удар был бы, была бы вмятин. Вы не просматривали еще запись регистратора? Вам сотрудники ГАИ не показывали? Ну, показывали, я просто выезжаю. Выезжали. Но я же его не столкнул. Ну, то есть вы когда перестраивались, вы момент вот этот видели, что у вас идет уже полоса сужения окончательно? Да, я же заканчивал, полоса уже заканчивалась, и поэтому... Понятно, но вы ряд-то должны были пропустить слева идущих машин. Ну они были сзади.